Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ блогер України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні радий вітати у нас в гостях Олександру Рішміділову, кандидат філософських наук. А з Олександром мені завжди цікаво не тільки поговорити, але й помовчати. Але мовчати сьогодні ми не будемо. Привіт. Да. Я радий тебе вітати у нас в блогерській. Це наша нова студія. Тобто ТБУ тепер тут виходить. І я хочу тебе запитати, тобі так зручніше, ніж як було там? Я сподіваюся, що тут якось тобі більше сподобається. Ну, я поздравляю канал з тим, що у нас появилась дополнительна студія. Це прекрасно. Такий камерный уголок, в котором приятно вести беседы такие с глазу на глаз, вич-навич. Мне кажется, что это какая-то такая абсолютно другая атмосфера, поэтому я думаю, что зрители оценят эти метаморфозы вот, как визуальные, вот, вич-навич, так я и... хотел бы тебя запитать дещо. Тобто мы, ну, безумовно, будем говорить трохи про политику, але хотелось про щось особисте. Розумієш, бувають такі дні, коли я достатньо рано просинаюся, вмикаю телебачення. Ну, я така людина, що я стараюся, щоб це не дуже часто відбувалося. Вмикаю телебачення, і що я бачу? Я бачу Олександра вже в 7 ранку. Виглядає, начебто вона вже встала годин десь 5 тому і розказує про політичні події. Хотілося б запитати, ти взагалі лягаєш спати? Ну, я всегда шучу, что у меня есть сестра-близнец, которая ходит по эфирам, пока альтер-эго занимается всеми остальными делами, потому что их немало. Вот. Но, скажем так, чудеса тайм-менеджмент называется. Почему вы опоздали? Ну, ты как Наполеон, мабуть, там 4 годы на тебя спишь, и все. Говорит, почему вы опоздали? И завоевываешь Россию. Почему вы опоздали? Простите, я был на семинаре по тайм-менеджменту. Вот. На самом деле, я считаю, что правильно организованный график – это залог успеха, потому что много делаешь, много успеваешь, ничего не делаешь, ничего не успеваешь. И кроме работы есть еще масса дел, которые надо делать, и лето, и надо уделить время и семье, и детям, и всех развлечь, как бы немножко, чтобы все... А силы залишаются после этого? Потому что, ну, знаешь, как бывает, если намагаться всех задовольнить, то сложно, на себе уже но ничего не надо уметь, скажем так, правильно организовать день, чтобы у тебя была смена деятельности. Я считаю, что отдых – это не просто, когда ты лежишь лапками кверху, хотя это тоже очень нужно. Это действительно правильная смена деятельности, когда ты отдыхаешь в процессе, скажем так, смены вот этой вот как бы активности, и это позволяет, скажем так, много успевать, периодически отдыхать. Да, график очень тяжелый, я не скрываю, но с другой стороны, он дает свои плоды, и плюс наша работа, она связана с тем, что особо расслабиться не выходит, потому что информационная лента настолько насыщена, что надо быть все время в тонусе. Поэтому это определенного рода зависимость. Тобто є такі ж самі люди, які, не покладаючи рук, працюють, працюють. Я тебе больше скажу, я даже с ними дружу, и более того, у нас общая программа. Не забудьте в субботу в 11:15 три кандидата на КГРТ. Да, обов'язково, обов'язково. Не забувайте. І також, якщо ви не встигнете побачити це безпосередньо на телебаченні, то заходьте на наш YouTube-канал. Підписуйтесь, колокольчики, лайки, коментарі. Да, да, и все будет добре. Не только у нас, але и у вас. Друзья, в основном в сфере-то сосредоточены. Так случилось, что с кем-то учился, с кем-то подружился, с кем-то связан тесно рабочими моментами. И действительно, если бы на остальные какие-то дружеские, скажем так, посиделки, встречи, времени все меньше. Поэтому так или иначе в сфере приятели, друзья уже сосредоточены, с которыми у тебя общие интересы, общий график. Это а, ну, оно все меняется, поэтому как бы определенная корпоративная солидарность, этика, она тоже есть. И, ну, вот дружим мы уже так. А ты что, не дружишь с теми, с кем работаешь? Вот скажи нам сейчас, когда за кадром столько людей сосредоточено. Я с ними працюю. Я така собі людина, так що такой не треба на це человек, розраховувати. Да? А ти ж знаєш, що з ким шутки плохі, з тим і остальною не важливо. Ну давай, давай, погнали, що у нас там по новостям? Ну, ну давай, зараз неочікувана новина, ну, особисто для мене. Це те, що президент Зеленський поговорив з президентом Путіним. А що тебе удивило? Ні, раніше не розмовляли?
Ну, раніше щось так часто, ну, вірніше, вони якось налагодили свої стосунки таким чином, що у мене склалося враження, що цих розмов взагалі не буде. Але так неочікувано відбулася розмова, і це стосувалося знов Донбасу, Луганську. І ми сподіваємося, що те перемир'я, яке ми отримали зараз, що воно буде більш ефективним, ніж те, що ми бачили раніше. Ну, так, перельом світ. Дійсно, состоявся телефонний розговор, состоявся в воскресенье. Я не можу сказати, що це щось неожиданне, тому що Володимир Олександрович Зеленський з приходом к власті показав, що діалог возможен, розговорювати напряму можна. И по телефону, и очные встречи состоялись, и будем надеяться, что и состоятся, потому что как раз в этом телефонном разговоре были недвузначные намеки и подталкивание сторон к тому, чтобы все-таки встреча в Берлине, которая должна быть следующей после встречи в Париже, состоялась, чтобы они были эффективными. Кроме непосредственно режима тишины, всеобъемлющего, который мы получили с нуля, да, сегодняшнего дня, понедельника, будем надеяться, что действительно этот режим будет соблюден всеми сторонами, что не будет нарушений, что не будет, скажем так, бессмысленными эти договоренности. Но давай специально вот открыла, посмотрим, что перемирие на Донбассе, что же оно предусматривает. Запрет на наступательные разведывательно-диверсионные действия, также запрет на использование любых видов летательных аппаратов, запрет на применение огня, в частности снайперского, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях, в частности в объектах гражданской инфраструктуры, школах, садиках, больницах и т.д., а также открытых для общественности помещениях. Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который проинформирует об этом всех ее участников, а также создание и привлечение аккредитационного механизма по реагированию на наступление режима прекращения огня при содействии ЦСКК и в действующем составе. Смотри, мне кажется, что еще очень важные пункты переговоров непосредственно с двух президентов еще состоят в том, что могут появиться дополнительные пункты пропуска к ПВ, могут... Ці додаткові, вони зроблять щось добре людям? Ну, скажу тебе так. Мне сегодня звонил журналист, непосредственно брал комментарий, и он проживает непосредственно на подконтрольной территории, а вот его семья, они находятся на неподконтрольной территории. Вот у них как раз был недавно юбилей у дедушки, и не смогли они встретиться, потому что они уже недель, около месяца не могут попасть. Да, и мы столкнулись с тем, что на практике с этим есть реальные проблемы. Работа Красного Креста, я буду надеяться, что с этим тоже проблем как бы будет меньше, чтобы они могли оказывать непосредственно помощь людям, и международные организации могли, скажем так, беспрепятственно осуществлять свою деятельность. Мне кажется, что этот разговор все равно важен, потому что он говорит о том, что диалог возможен, что находить точки соприкосновения, общий знаменатель возможно, и что двигаться к, скажем так, к реализации Минских соглашений тоже возможно. Вопрос в другом. Мы видим слегка разные редакции и реакции, да, на этот телефонный разговор. Есть то, как это видит себе украинская сторона, есть то, как расшифровывает и какие резюме дает российская сторона. Мне кажется, что основной вопрос был как раз связан еще с выборами. Как раз на 25 октября мы знаем, что есть постановление Верховной Рады о том, что на неподконтрольных территориях выборов не будет. И вот тут как раз начались разночтения. Есть такое решение, которое вот на руках, оно противоречит Минским соглашениям? Не противоречит. Будут ли пересмотрены Минские соглашения, подкорректированы как-то? Будут ли какие-то дополнительные адаптации согласно вызовам времени? Вот тут есть определенные вопросы. Но наличие этого телефонного разговора говорит о том, что... Ну, поиск, да, скажем так. Если бы не было о чем разговаривать, телефонный разговор не состоялся. Мне кажется, что все-таки показывает о том, что, ну, есть определенные сдвиги. И по переговорным процессам в Берлине, которые состоялись на уровне
советников глав государств нормандского формата, определенные сдвиги, ну, потому что, скажем так, эти встречи предшествуют, да, дальнейшим встречам уже в формате глав государств. Я тебе честно скажу, я не люблю, когда наши коллеги кричат, все пропало, зрада-зраданька, или наоборот, там какие-то хвалебные. Вот давайте рационально смотреть, да, что есть. Возможно, будет все-таки сдвиги по обменам. Возможно, удастся все-таки выходить на условно какие-то, не знаю, переговоры с человеческим лицом. Ведь это так должно быть для того, чтобы, скажем так, те обещания, которые давались, и те шаги, которые должны были быть по направлению к достижению мира, все-таки могли быть реализованы. Потому что если относиться совсем скептически, что да, ничего не получится, все будет плохо. Если ничего не делать, ничего не получится. Да, это опять возвращаясь к тому, что в чем формула успеха. Мне кажется, что ну, надо. А як тобі здається, ці перемовини, які зараз відбулися між президентом Зеленським і Путіним, це ініціатива якої із сторон? Кому більш потрібні ці зустрічі в нормандському форматі, в Мінську? Ну, смотри, я думаю, что, скажем так, помнишь, когда одной стороне нужно, а другой не очень, то можно как-то, нам очень важен ваш звонок, оставаться долго на линии. И трубку на той стороне не возьмем. То есть мы можем сказать, что по великому рахунку в цьому зацікавлена обе стороны, и Украина, конечно. И Киев, и Москва. Я думаю, что здесь заинтересованы однозначно все, и смотри. От просто я хотів би ще додати, да, зрозуміло, тобто вони виходять на якесь плато, де вони будуть домовлятися. Що стосується представників Москви, вони намагаються переконати Київ, що треба виходити безпосередньо на розмови з Донецьком і Луганськом. І ось ми повертаємося на тиждень назад, де президент Зеленський виконав вимоги терориста і запропонував всім подивитися фільм «Земляне». Ти про Луцьк говориш, так? Так, так. Угу. Кажу про Луцьк. Чи може тепер президент піти на прямі перемовини з ЛДНР, враховуючи те, що вже він показав? Несмотря на з терористами можна домовлятися, бо більшість... Тому що у нас все-таки така більш лайтова програма. Давай спочатку трохи пошутимо. Періоди ковіду, коли президент старався інформувати громадян виключно самостійно, ще, условно, до появления постійно в телеекрані санітарного врача Ляшко, міністра Степанова і до цього Ємця. Як ти вважаєш, Ляшко прізвище, це співпадіння чи просто так сталося? Ну просто розповсюдна фамілія в країні. Ну, що ти хочеш? З такою фамілією кар'єра просто обезпечена. Давай вернемося к тому, коли президент в основному раз в неділю, іноді навіть чаще, робив свої виступлення, зв'язані з ковідом, інформував суспільство. Він уже тоді рекомендував фільми посмотреть, в музеї сходить, книжки почитати. Може, була така рубрика 36,6, а ще я вам советую, зробити віртуальну екскурсію по музею, почитайте книжку, посмотрите фільм. Во многом, наверное, ему не привыкать делать какие-то рекомендации для общества. И из его уст посмотреть какой-то фильм не выглядит как-то странно. С другой стороны, обращение было, кстати, на русском языке, что тоже достаточно выглядит необычно. Да, почему? Если как бы... Ну, взагалі, дуже багато таких речей. Людина з одного боку робить якісь такі дії, які показують, що він відносно толерантний стосовно питання язикового. Що проблеми немає, так? Так, так. А потім, коли доходить до того, що ми починаємо розбиратися, які рішення приймає Верховна Рада, то тут виникає дуже багато питань. Ну, у нас деякі люди кажуть, що це ж шизофренія. Це інтересний момент. Скажем так, не подметить это мы не могли. С другой стороны, требования, да, самого террориста. Человек удерживал людей в маршрутке более 11 часов. И по факту, честно говоря, хорошо, когда все хорошо, да, и когда переговорщики молодцы, и когда, условно, президент тоже с человеческим лицом. И водитель БТР молодец. Ну, я думаю, что тут, скажем, давай так, и министр Аваков, который вылетел на место событий, ну, слава штаб, богу, да, все прошло хорошо, но мы же видим, что, условно, это же не последний случай, когда у нас какие-то граждане решают поиграть в Голливуд и устраивают, не знаю, террористические разные акты и захватывают. Тобто, и в любом случае, мы не будем им радовать и дивиться фильм «Крепкий орешек», правильно? Потому что и так им вистачає поганих прикладов. Ну, на самом деле, честно, как-то это все действительно напоминало очень сильно голливудские сюжеты.
И много разных параллелей проводили и с сериалами, и с разными сюжетами. Просто думал, что мы живем в этом. И я вот всегда привожу пример, что часть коллег сказали, что очень напрашивались аналогии с сериалом «Черное зеркало». Не знаю, все ли зрители видели. Но я думаю, что если вы обратили внимание, как раз сейчас вышел новый сезон относительно недавно, и в Испании, которые презентовали как раз свежий сезон «Черного зеркала», вся реклама наружная сопутствовалась таким лозунгом, что мы и так живем все на съемках «Черного зеркала». И вот такое ощущение, что мы действительно все живем на съемочной площадке. Но только вопрос в том, что в жизни нету нескольких дублей, и очень сложно все переснять, исправить, подкорректировать. Это связано с любой политикой. Поэтому мне кажется, хорошо. Когда, знаешь, можно похвалить, ну, говоришь, типа там, президент молодец, Аваков молодец, переговорщики молодцы, все молодцы. Все похлопали, все молодцы, все получили свой профит дополнительный, и люди успокоились. Потому что главная задача всего – это погасить уровень незащищенности, паники, потому что это все так быстро, это же вирусно, это распространяется еще больше, чем ковид. Тут масочка не поможет, я тебе честно говорю. Когда идут панические настроения... Я тебе больше скажу, навіть и шапочка из фольги тут не допоможет. Вообще, вот как-то не поможет это все, и даже рукавички, если у вас есть. Поэтому, как говорится, мойте руки перед и зад, но надо же понимать, насколько вот эта медийная гигиена, она защищает, насколько мы смотрим картинку, и мы верим, да, мы доверяем, мы понимаем, что все под контролем. Вот мне кажется, что очень важно, особенно в преддверии избирательных процессов, когда государство может показать, что ситуация под контролем. Неважно, ковид, пожар, наводнение, ну, чтобы не происходило, потому что мы же, знаешь, каждый день нам дарят что-то уникально новое. И ты смотришь, там град у тебя выпал, там какие-то аномальные действительно природные явления. Ну, сам фотографировал, снимал, да, как бы когда... Да, Буковель, да. Когда идет вот этот поток грязи и воды, да, то ты понимаешь, насколько ты не защищен в этой жизни. Трошечки мокро было, да. Вот, да. Ну вот. И страшно. Вернее, больше страшно, ниж мокро. Сначала страшно, потом мокро. Ну, так, да. Суть в чем? Такая последовательность. Что человек... независимо от периода цивилизационного развития, он перед лицом стихии, какого-то фактора неопределенности, да, черного лебедя какого-нибудь, он чувствует себя очень незащищенным. И государство сильно тогда, когда оно может дать это чувство защищенности, когда человек доверяет государственным институциям. Потому что для меня очень показательно, это старый пример, но я его не устаю показывать как иллюстрацию. В западных государствах проводили исследования. Среди маленьких детей спрашивали, как себя надо вести в случае какой-нибудь аномальной ситуации. Не знаю, там, тебя должен, допустим, спасти там, полицейский, пожарный, ну, условно, там, да, какой-нибудь. Кому ты пойдешь? Кто должен оказать тебе помощь? Допустим, папа или представитель вот этих вот структур? И в западных демократиях дети, маленькие дети знают и отвечают, что помощь надо принять условно от представителей непосредственно вот этих вот структур. В наших же реалиях спасение утопающего – дело рук самих утопающих. И хорошо, когда еще рядом папа, потому что называется, даже взрослый человек в такой ситуации закричит «мама», понимаешь, и попросит о помощи. Но мне кажется, что пока. Хорошо, когда все хорошо. Дай бог, чтобы мы не видели каких-то негативных примеров, когда у нас будут очередные, ну, не знаю, там, не будем говорить, что какие-то негативные сценарии, хотя бы было поменьше. Ну, це для того, щоб були якісь позитивні сценарії, це необхідно, щоб люди, які тримають ці важелі, були більш відповідальними, компетентними. І далі. Тобто, як казала одна людина, кадри рішають все. Тут у мене, на жаль, виникають питання стосовно того, ну я буду таким песимістичною людиною в цьому питанні, але сподіваюся, ну, песимістом я завжди кажу, це завжди плюс, тому що якщо ти правий, то ти можеш сказати, що ти правий, а якщо ти помилився, то ти будеш радіти, як і всі, що все добре. Так що я залишаюся на своїй позиції. Ну, ти ж пам'ятаєш цей анекдот про песиміста і оптиміста, яким на день рождения, а на Новий год, да, должны были подарки подарити, пам'ятаєш, два мальчика? Ну, условно, одному подарили там, то, что он мечтал, не знаю, последний айфон, да, какой-нибудь, и пессимист кричит, фу, не того цвета, все так плохо. А оптимисту подложили просто кучку конского дерьмеца. И он такой, ой, ко мне приходила лошадка, судя по температуре, достаточно недавно. Вот, поэтому надо посмотреть, насколько давно к нам приходила лошадка, понимаешь? Она приходила и не уходила.
Ладно, давай перейдемо до іншого. У нас дійсно, у нас постійно якісь дуже цікаві, інтересні речі відбуваються в країні. І щось таке, ну от є люди, які пишуть сценарій, але життя завжди крутіше. І нещодавно з'явився, от я кажу, людина, яка хоче отримати Жвання Героя України, Жвання. Давид Жвання, да. Він вийшов, на мій погляд, з такими достатньо гучними висловлюваннями і пропозиціями себе заарештувати, і щоб він дав безпосередньо показання проти Петра Олексійовича Порошенка. Був такий фільм, он, мабуть, зараз вряд ли його покажуть на телеканалах, називався «Хочу в тюрьму», знаєш? Ну, смотри, давай... Що це було? Давай, в общем, спочатку пройдемося. Не так давно, ну, теж на уровні, як би, такого баяна. Мы смотрим, что уровень политической сатиры, юмора, как бы стал в стране немножко снижаться. Ну и все же задачные вопросы, а почему же, скажем так, все юмористы стали не так остро социально шутить? Ответ прост, потому что нашу власть перешутить очень сложно. Они, условно, все как бы самые смешные шутки припасли для себя. Посмотри, чего стоят там те сертификаты от Малюськи или прочая какая-то ерунда. Вопрос в другом. Жвания и его откровения, его там прояснения в памяти, его мемуары. Это же не единственный пазл, который мы сейчас имеем. До него свои заявления делали неоднократно. Господин Деркач книжки написал и заявления делал господина Нищенко. Да? И я думаю, что это не последний. Ну, я не хочу казати, що Деркач, він якось дуже сильно там краще чи гірше, ніж Давид Жвання, але у мене чомусь таке враження, що саме від Давида Жвання не слід очікувати те, що совість по ночам його гризе, вигризає і каже, так, тобі треба обов'язково написати звернення до України, до генерального прокурора і розказати, які погані речі ти робив для того, щоб твоя душа очистилась. Щось тут недобре. Хтось допомагає. Вони завжди, звичайно, дуже такі удивительні, знаєш, словно неожиданні. Потому что иначе это не будет каминг-аут. Если все все прекрасно понимают и догадываются, то эффекта вау не будет. Был ли эффект вау? Ну, неожиданно, да, так скажем. Вопрос в другом. А среагировали ли все правоохранительные органы, которые должны были среагировать? Ну, как-то пока мы не видим, что они как-то в слоумо двигаются, знаешь, просто пока медленно, знаешь, вот, звание заслуженной улиточки Украины еще как бы пока свободно. Я тебе хочу сказать, что интересно будет, это же не, он уже несколько заявлений сделал, Давид Жвания, это уже серии, и сказал, что подписывайтесь на мой канал, канал создали, да, то есть мы понимаем, что все вкусненько еще припасено, наверное, я. А вот мне интересно, кто еще заговорит, кто что еще вспомнит, вырисуется ли... Таке відчуття, що, в принципі, це отак бомбардують Петра Олексійовича, і так прямо влучно в нього... Слушай, вирисується ли вот целая панорама вот этого сражения вокруг? Скажем так, Петра Алексеевича, с другой стороны, давай вот просто объективно посмотрим. Вот сегодня утром появилась свежая социология. Группа «Рейтинг» сделала соцопрос о том, если бы выборы президента были завтра, кто бы был главным оппонентом Зеленского. И знаешь, тут такое удивление, упс, а это даже уже не Петр Алексеевич. Главным оппонентом, ну, согласно группе «Рейтинг» сегодня, если бы выборы были завтра, был бы Юрий Анатольевич Бойко. І тут вопрос, а що симпатики розуверились? Неужели так? Як Бойко розвивається рейтинг Бойко? Вот. А ти що думаєш? Да. Припорошила рейтинг Порошенка, давай так ще скажемо, коль ми вже каламбурим. А вопрос в другом, что вот эта вот армия симпатиков с его Чолового Гетьмана, она, не могу сказать, что она снимает такие же прекрасные очки, как у тебя, только розового цвета, но более трезво стали смотреть на ситуацию. То есть либо, скажем так, 25% стали таять, аватарочки стали менять, либо они куда-то перетекают в новые проекты. Все эти симпатики, либо что происходит вообще? Должен же на самом деле усиливаться рейтинг Петра Алексеевича. Чем больше его бьют, тем крепчает вообще его тыл. А тут не так. У мене таке враження, ну, в принципі, Петро Олексійович по-більшому має розраховувати не тільки на людей, а на людей, які обслуговують його політичну силу. І, може, ці безпосередні камінаути, вони якраз спрямовані на те, щоб людей, які оточують Петра Олексійовича,
залишили його. Ну, то, що креси будуть біжати з тонущого корабля, це понятно. Але у мене ще таке питання. Петро Олексійович може розуміти, що на нього починається полювання, і він може більш активніше зараз себе поводити, от прямо зараз, починаючи щось робити. А він не розумів? Ну, подожди, от, ну, слушай, ну, це ж смішно. Да, всі чекали, що я ваш приговор прозвучить гораздо раніше. Да? Уже год пройшов, ніяких приговорів, нічого нет. Ну, скажем так, дорогу усилить ідущий. Якщо ці всі пазли будуть складуватися в єдину якусь картину, большое дело, да, то действительно мы можем иметь принципиально новую парадигму развития, условно определенные ответы, да, прозвучат на давно поставленные неудобные вопросы. И чем быстрее они прозвучат, тем легче будет нам дальше двигаться, потому что мы вот, торопим весь этот промежуток времени, ну, не скажу, находимся в неведении, но большую часть украинцев вот это количество риторических вопросов стало просто неумолимо раздражать. Второй тренд нового электорального цикла – это он лежит на поверхности. Мне кажется, что, скажем так, негативное отношение к внутренним олигархам накопилось достаточно высокий, это тоже юридический уровень. Второй тренд – это отход от западных кредиторов, потому что зависимость от Запада, она тоже очень сильно раздражает. От их кадров, от их мнения, от их вообще фактора вот этого влияния. От всего. И вот мне кажется, что те силы, которые будут использовать условно в своих избирательных там лозунгах, риторике, там, давайте отойдем от олигархов и отойдем от Запада, и от их, скажем так, инвестиций и влияния, вот скажем так, назойливого такого, да, который стоит там дедушка Сэм за плечом и все время что-то шепчет, те будут тоже в тренде. И это уже понимают. Вот смотри, я уже вижу, что такую риторику использует Андрей Пальчевский. Она у него хорошо заходит. Это люди на это как бы, оно их цепляет, потому что во многом это использовалось и ранее, просто оно не было воплощено в жизнь. Если эти же лозунги будут воплощаться в жизнь, потому что когда говорят, что ты не марионетка как бы олигарха, да, ну ты не марионетка одного олигарха, но ты как-то все еще становишься зависим, у тебя ниточки с другими олигархами, и если у тебя с ними связи, если у тебя с ними общие там кадры, кузница кадров, если у тебя с ними какие-то договоренности, главное, то тогда... Главное, чтобы не кузница на Рыбальске. А? Да. Вот, да-да-да. То тогда, получается, начинается смещаться центр, скажем так, симпатий уже в сторону других политиков. И я не исключаю, что вот эти местные выборы, региональные выборы, они нам могут зажечь ряд региональных звезд, которые могут претендовать на национальную уже потом лигу, на парламентскую кампанию, на дальнейшее. А новые зерки – это новые обличия? Нет, я думаю, что смотри, как раз вряд ли это новые лица. Я вот из перспективных проектов вижу, допустим, мэрский проект «Пропозиция». Я считаю, что они могут подрасти, особенно если смотреть отдельно взятые города. Часто бывают в Житомире интересная ситуация. Мэрский, допустим, проект, мэрские люди. Мэрские. Да, мэрские люди. Смотри, Житомир, там, допустим, Сухомлин, Днепр, Филатов, Черкассы, Черновцы. Ну и ряд других городов, Николаев, кстати, тот же. Я думаю, что там интересные кейсы, потому что там пошло противопоставление, скажем так, местных управленцев, да, и вертикали, которая выстраивается под президента. И там есть явное такое как бы столкновение, не скажу, там конфликт, но периодически такое происходит. Поэтому, так как Зеленский смог противопоставить своих людей, а чаще всего это кто? Это главы областей. И у него... Дырки очень часто, вообще либо нет людей, либо кадры, которые тоже все время меняются, не дают эффективного решения этих вопросов. Поэтому, думаю, что придется договариваться. И по Киеву, кстати, интересный кейс. Я думаю, что, несмотря на то, что Ирина Верещук неожиданный кандидат, да, на праймерис, прекрасно понимают, что максимум, наверное, это Киевсовет. Это, скорее всего, зеленые заходят в Киевсовет, но договариваться с Кличко все равно придется, как с фактором. Поэтому я думаю, что будут какие-то, знаешь, такие основные тренды. Кстати, вот у зеленых комики рвутся во власть, парад юмористов, которые могут... Бо нам не вистачило, нам треба більше людей. Да. Я вважаю, що треба дизель-шоу залучати, варіати обов'язково треба всіх просто брати. Но ты шутишь, а между прочим, вот джентльмен-шоу в Одессе, господин Филимонов может быть как раз один из вариантов, кого могут поставить
как зеленого кандидата в Одессе. В Черкассах может быть господин Скичко. В Кривом Роге может быть господин Корявченков, это Юзик, да, из 95-го квартала. Я говорю, слушайте, сколько у нас команд? Лига смеха простаивает. Ну что там, какие еще проекты есть? Женский квартал надо подтянуть, вообще обои квоты, что, ну что это такое вообще? Квоты, да, между прочим, шутили, а Леночку, вот Кровец, вписали в списки праймерис. Правда, она вовремя сказала, что мы тут ни при чем, но замеры-то делали. Поэтому я не исключаю, что все вот эти шоу, они так или иначе могут появляться в списках. Смотри, люди с позитивным имиджем. Очень важный фактор будет, кстати, если мы вспоминали социологию, давайте как бы и грустно, и весело одновременно, это отсутствие токсичности, антирейтинга. А у юмористов обычно всегда очень позитивное восприятие, поэтому это, знаешь, неиссякаемый источник кандидатов на мэрские выборы. Так, я відчуваю, що треба зупиняти нашу розмову, бо це дійде до того, що ми зробимо зараз агітаційний ролик для всіх представників нашої сцени. Олександр, ви ще не смієтесь, тоді ми йдемо. Дуже дякую тобі за те, що ти була у нас сьогодні в програмі. Ну, як завжди, було дуже інформативно, дуже цікаво, дуже мені весело. Це тому, що ти жовта качка. Тобі просто весело, тому що... Я вже просто... Я в такому стані, що мені вже постійно весело, бо дивлячись на все те, що відбувається... А знаєте, чому Тарас в жовтих очках? Щоб не було видно красні очі. Та-да-та-там. Добре, дуже дякую тобі за те, що була сьогодні у нас в програмі. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ, Топ-блогер України. Ми надалі будемо слідкувати за цікавими подіями в нашій країні. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube-канал, а також на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.